случилось здесь на днях. В глазах семейства наблюдали страх. И ходят слухи, все не просто так. Возможно, этот дом настигнет крах. Как с предсказанием поступить мудрей? Ведь не желаю напугать людей. Найти мне нужно Бруно поскорей, пока еще могу помочь семье. Звучит вновь шум и стен, услышав, хочу забыть за день. Другой взамен, но слухи не дают покоя. Как же громко все звучит, когда толпа тихо говорит. Так плохо, что сейчас тошнит. О, вот кто-то это прекратит. Пусть свеча дарит свет, пророчество не несет нам бред. Ясный синий небосвод, соберемся вместе, не будет бед. Знаем, что пугает. Слышен шорох изнутри, и стен косит и этот странный скрип. Преодолеем, что готовят дни, или рок отберет все дары. Она должна была заткнуть свой рот, не порти этот вечер мне назло. О, нет, слабеет сила с каждым днем, не выдержать мне груз долго без нее. Услышав, хочу забыть за день. Тот день бы обрести, да другой взамен. Но слухи не дают покоя. Как же громко все звучит, когда толпа тихо говорит. Так плохо, что сейчас тошнит. О, вот кто-то это прекратит. Так нечестно, что уже какой день, я для своей семьи всего лишь тень. А гул все громче, не хочется знать больше ничего.